От избирательного участка до помещения, где проходило рейтинговое голосование, несколько десятков шагов. Процессы не смешивали. Таково требование законодательства. Многие жители приходили сами, кого-то приглашали добровольцы. Всего в специальном опросном листе 14 объектов. 3 в городе и 11 в сельских округах. Все они прошли предварительный отбор на заседании городского общественного совета. До 2022 года в Анапе и Анапском районе будут построены 14 объектов. Задача избирателей – выбрать самый главный, второстепенный. Человек может выбрать один объект, может выбрать 5 объектов, может проставить очередность всех 14 объектов. Голосовать могли те, кому исполнилось 14 лет. Жители центральной части города старались поддержать соседей. Станичная, да? В Алексеевку. Для того, чтобы было это, чтобы и в первую очередь для детей что-то было. Вот поэтому я и ставлю, что вот маленькая страна обязательно. Живу в городе, и вот за городские территории проголосовала. По всей Анапе, да, 3 галочки. То есть соседний микрорайон, наш микрорайон и здесь еще. Мы только за наш парк. Ну, мы не против, за чужие парки, конечно. Наш парк нужно развивать, потому что здесь много жителей, детей, которые в этом заинтересованы. Я вот как городской житель, например, хочу, чтобы первые объекты были построены в городе. Конечно, это нужно, что люди сами решают, где, когда, в какой очередности будет построен тот или иной объект. Все большое начинается с малых дел. У нас в 12 микрорайоне есть сквер-строитель. В центре микрорайона он находится. То есть, благодаря жителям, с которыми делали мы предварительно делали опрос, мы решили, что сквер-строитель нужно обязательно произвести реконструкцию. То есть полностью реконструкция этого всего сквера. Я посмотрела, сегодня очень хорошо люди идут, голосуют. Молодежи очень много, старики, все поддерживают. Рейтинговое голосование проходило на 55 счетных пунктах. В нем приняли участие более 100 тысяч жителей муниципалитета. Итоги подведут в ближайшее время. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Михаил Попов. Анапа регион.